НВГУ. Самое трудное в новом году – это первый рабочий день, 2 января. Алло, так и будем в молчанку играть? А что вы орете? Алло. То орут, то молчат. Да. Нет, не Надежда Ивановна. Что? С кем вы разговариваете? Секундочку. Так не бывает. Спокойно. Кто я? Где я? Мама. Доброе утро. С прошедшими. Так, вам премия, распишитесь ведомости. Конечно, да. Быстрее, пожалуйста. Где расписаться тут? Как обычно, напротив своей фамилии. Так, Зеленский, Павлов, Гритюк. Лапочка, сейчас очень много работы. Я потом подпишу, тебя позову, хорошо? Зеленский, Павлов, Павлов. Коля. Вот, Коля. Два уже. Тут один и три Коли. Надя. Ну, какая Надя? Что мне? Ну, Надежда Ивановна, а? Николай Степанович, к вам посетители. Никаких посетителей! К Николаю Степановичу! Так, где он тут-то-то-то нет, а? А вот он, мой хороший, Николай Степанович. 21 600. 36 200. Может, все-таки Надежда Ивановна? Так, спокойно, зарплата есть. По порядку. Так, какая работа? Работа. О, от нашей работы зависит будущее страны. Ученый. Дай, тогда откуда зарплата? Спокойно. Милиция. Тогда при чем тут работа? Налоговая. Тогда зачем зарплата? Да и при чем тут работа? Депутат! От нашей работы зависит будущее! Тогда при чем тут страна, а? Товарищ директор, к вам дети! Директор? Хо-хо-хо. Директор детей? Ну, конечно! Директор школы, ну! Эх! Ну, а трудные подростки, а? Непонятно. Зависит будущее страны. Так, пусть войдут. Так, почему в кабинет директора без стука? Ой,
Даже не хочу с тобой разговаривать. Придешь завтра с родителями, тогда будем что-то говорить. Папа, ты чего? Папа. Да, господи. Сынок, это ты, да? Ну, садись. Слышишь, ну, какой ты, как много тебя у меня. Ну, зачем пришел? За деньгами. А не успел Николай Степанович получить зарплату? А любимый сынок уже тут как тут. Ну, ты же обещал. Обещал? Да, обещал. Тогда дам. Зачем тебе деньги? На свадьбу. Поздравляю, сынок. Кто она? Какая она? Он. Сын уважаемых родителей. Ой, папа, только не надо меня лечить, ты сам таким был. Надя. Какая Надя? Сергей. У Сергея свадьба, я свидетель. Нужны деньги на подарок. А, Сергею на подарок нужны. Да какие проблемы? Ну, возьми у мамы. А мамы нет? Как нет мамы? А где она? В роддоме. А что с ней? Ничего, как обычно, на работу пошла. В роддом, как на работу. Ну что, подписали? Так, все, сынок, иди, не мешай. Папа сегодня очень много работы. Все, иди. Так, директор я или не директор? Директор. Вот, директор чего? Директор центра. Спасибо тебе, добрый человек. Иди. Так, центр. Я работаю в центре. Сходится. Радиопередатчик. Товарищ директор, к вам народ. Какой народ? Почему ко мне? Ну вы же главный. Так, ко мне народ, я главный. Кто главный у народа? Президент. Я президент, ну правильно, а? Поближе к народу. Опять непонятно? Зависит будущее страны. А какой страны? Может, Россия, а? А, нет. Украина. Батя! Батька! Беларусь! Спасибо, сынок, помог. Ну? Дай денег. Россия. Точно Россия. Ну, батя! Опять Беларусь, да что ты меня путаешь? Иди сам зарабатывай, мажор. Все, а мне уже плевать, кто я. Президент России, Кубы, хоть Израиля. Плевать! Одно я знаю точно. Коля или Надя. Господин президент. Коля. Вы будете смотреть ваш рекламный ролик? Ставь, что хочешь, мама. Включай. Центр доктора Майорова избавит вас от склероза, алкоголизма и табакокурения. Мы поможем всем, от Коли до Нади. От нашей работы зависит будущее страны.